Во Франции погиб известный экстремал Танкред Миле. Он прославился полетами среди скал в специальном костюме, так называемом вингсьюте, прыжками с парашютом с небоскребов. Но его фирменным трюком было хождение по канату на большой высоте, в том числе между воздушными шарами. Во время подготовки такого номера как раз и произошла трагедия. Аэростат неожиданно стал подниматься в воздух, мужчина ухватился за край корзины, но удержать ее на земле не смог. В итоге на высоте около 30 метров спортсмен сорвался. Страховки в тот момент не было.